Красавчик. Красавчик. Я лупил ее, конечно, что? У тебя базные яйца, братан. Тот самый красавчик из видео, 45-летний боец с позывным Бабай, военнослужащий 1-го Донецкого армейского корпуса из Челябинской области, попал в объектив оператора дрона и моментально стал народным героем. Оказалось, налет камикадзе ВСУ он принял на себя, чтобы спасти своих товарищей, которые в этот момент находились позади. Дрон прилетел. Я начал стрелять по дрону. Сзади стоял у меня, получается, помладше меня. Сзади нас стоял командир. Я не стал, чтобы меня командир не подбил. Бабай не просто увернулся от одного камикадзе, буквально обманул смерть, защитил своих товарищей, ну и лично обезвредил в общей сложности в этот день 3 коптера врага. Боец рассказывает, что атака дрона в ВСУ не застала его врасплох, благодаря опыту, за все благодарит командиров. Называется опыт командиров, которые меня научили стрелять. Спасибо командирам, меня сами учили. На телевидении, в интернете, везде, как я уже говорила, рисунки рисуют, письма пишут, сотни комментариев, тысячи, все вам желают здоровья, все восхищаются вашей храбростью, хочу вам пожать руку. Большое спасибо за то, что вы делаете. По словам военных инструкторов, Бабай поступил четко и слаженно. Проанализируем видео. Российский боец не пытался прятаться. Один вышел на открытый участок фронта, следил за полетом БПЛА хладнокровно, без суеты. Увидев, что камикадзе летит прямо на него, сделал несколько рывков влево и вправо, а в последний момент обманул оператора дрона, ушел от прямого попадания огня. Может нести боеприпас 120 миллиметров. И также РПГ от 7-го. ИП-дрон летит со скоростью 200 км в час. Наш боец почему остался жив? Потому что он наблюдал за небом. Любая птичка при приближении блиндажу, приближении, он ее слышит. Звук, шум. И он укрылся. Парень очень сделал грамотно. Журналистам удалось поговорить и с военнослужащим, который заснял эпичный момент. В основном снимали штурм, то есть видели штурмовые действия нашего полка, видели дрон, камикадзе, и увидели Бабая как раз. Сначала первый камикадзе, он его отстрелил, потом второй камикадзе, как раз который показан на видео, от которого он вернулся. И потом уже был третий, который его зацепил. Ну, зацепил немного, то есть там буквально несколько осколков. Видеть-то видели друг друга, но общаться не общались ни разу. Этого сразу, прямо там на передке смонтировали видео, выложили в сеть. Остановились с Бабаем также, пожали ему руку. Парень вообще красавчик, не каждый сможет так сделать. Получается, первый дрон Бабай сбил из стрелкового оружия. От второго увернулся, а третий все же немного зацепил бойца осколками за кадром. Действительно смелый поступок. Военнослужащий обратился к своей жене и родному городу. Я хочу обратиться к своей жене, Валерия. Я тебя люблю. Камень класс. Я бесполучный. Алмазные яйца, стальной героизм, гроза дронов – так комментируют пользователи сети поступок военнослужащего. Боец выжил сам, спас товарищей и продолжает выполнять боевые задачи. Лен ТВ 24 следит за развитием событий. Подписывайся на наш канал.